После неудачно проведенной нами встречи с Динамо Киевом разобрали ошибки, проанализировал, посмотрели видео с моим помощником. Было много проблем у нас именно в защите, пропустили много очков, пытаемся в игре с Энфизом избегать этих ошибок. Команда Энфиза очень хорошо подготовлена в нападении, хорошо бегут, бросают свободные броски. Болельщикам такой баскетбол нравится, но тем не менее сопернику очень тяжело приходится выдвигаться в поле, играть более агрессивно в защите. Много полноценных, качественных игроков в Энфизе, такие как Швец Артем, Андрей Лебединцев, Добриков, Паша Лебединцев тот же, Дзюба Антон. Каждый из них заряжен на атаку, и молодые игроки, такие Мостиенко, Овчаренко, выходят, все не боятся атаковать. Поэтому достаточно сложная команда в плане защиты. Ждем интересной игры. Сами попытаемся исправить свои ошибки. Настраиваемся на хорошую игру. И пока что не знаем, сможет Шестуха еще выйти играть или нет. Сегодня работал в индивидуальном режиме. Поэтому завтрашний день покажет. Но тем не менее мы не отчаиваемся. Мы настраиваемся на хорошую игру. И чемпионат у нас непредсказуемый. Каждая команда может преподнести сюрприз. Независимо от положения в турнирной таблице. Они набирают ход. Сыграли соперники очень качественный баскетбол в последних трех играх. Несмотря на то, что проиграли из трех игр две, тем не менее, они показали хорошую результативность. Поэтому готовимся, настраиваемся на хорошую игру. Включи. Пожалуйста. Мы готовимся, как и всем матчам, одинаково. Единственное, что был тяжелый переезд из Черкас сюда, в Николаев. Катастрофически плохая дорога. У нас есть как бы у некоторых игроков определенные проблемы со здоровьем. Но завтра, я надеюсь, будут все играть. Поэтому Николаев всегда тяжело играть. Николаев в начале августа уже начал работать. Селекция, сыгранность, турниры. У нас всего этого не было. 7 октября провели полноценную первую тренировку вместе. Единственное, что могу сказать, что у нас разные, наверное, задачи, если не как у всех команд, но очень сильно разнятся. Мы пошли путем не набирать лишь бы игроков, а те, которые были у нас на просмотре, мы с некоторыми уже расстались по разным причинам. Но основная задача – это рождать новые имена. По истечении 7 игр, мне кажется, это у нас получается. Плюс пытаться играть в такой красивый баскетбол. Пока это у нас больше в нападении получается, защита и проблем, потому что, опять же, не было сбора. Защита – это сложный элемент, который надо специально готовить, особенно на товарищеских турнирах. В этом отношении молодость, она, конечно, проигрывает. Плюс новые люди, притирка идет. Дальше посмотрим. Все равно мы хотим выигрывать, хотим попасть в плей-офф. Ну а дальше? Хотелось бы еще, конечно, в ротацию 2-3 игрока. Хотелось бы, чтобы появились, я вот знаю еще несколько неплохих ребят, там 97-го года. Можно было бы их взять и разыгрывать. В некоторых клубах как бы в аренду. Они просто там сидят, смотрят, как другие играют. Поэтому мы не идем путем сегодня искать старых игроков, иностранцев. У нас есть определенная задача. Почему? Потому что хотелось бы, чтобы наши игроки играли в разных сборных. Поэтому такая идея и философия на этот сезон. Ну а клуб новый, совершенно новый. Условия как бы в тренировочном процессе у нас нормальные, хорошие. Дальше время покажет.